И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Crash Bandicoot 3, американскую версию, и отправляюсь в пятый варпрум, 21-я миссия. Done tomorrow. Так, сколько у нас здесь? 87 коробок надо собрать. Да, кстати говоря, у меня теперь есть вампа-базука вот эта вот. И она мне сейчас пригодится. Вот для какой цели. Это правильно убивается именно вот таким вот образом. Ах ты черт. Чекпоинт. Так, отлично, устранили эту хрень. Так, осторожно. Так, ждем, ждем, ждем. Теперь вот идем. Так, тут у нас неактивированные ящики. Давайте устраним этого чайника и стрельнем по активатору. Хотя нет, не обязательно стрелять, можно, в принципе, его. Вот активатор еще, кстати, два активатора, кстати, еще. Вот по ним надо стрелять, это точно. Ай, блин, почему я упал? Нехорошо. Так. Отсюда я попаду. А, ну вот, я отсюда, в принципе, попадаю. Разбиваю здесь ящики. Так, убиваю этого чайника. Так, вот так вот, значит. У нас здесь неактивированная все равно остается коробка. Ее надо будет где-то активировать. Я не помню где. Ах ты гад. Нет. Лети отсюда. Ах ты черт, блин. Доигрался. Хотя, ладно. Расстреляю их всех. Блин. Так. Ну, чайники. Так, разбиваем эти коробки. Теперь убиваем этих. Стреляем по этим активаторам и по этому. Так, где-то все равно придется еще искать. Стрелку пока даже трогать смысла не имеет. А, или, возможно, этот уровень имеет два, второй вход. Хм.
Что-то я плохо помню. Давайте чекпоинт используем. Хотя, ладно, будем их отстреливать. Самым простым способом играть. Так. Прыгаем тут по коробкам. А, блин. Не стоило, наверное, взрывать это сейчас. Давайте я лучше сдохну. Потому что там не заметил я. Активированные коробки были еще. Так. Шипастая хрень. Значит, это взрывать можно. А здесь нужно вообще аккуратно. Как-то вот так вот оставить все. И пускай лежит. Гадьма. Иди сюда. Так, здесь есть чекпоинт. Я не знаю, брать ли его сейчас или не брать. Нифига он здесь лежит. Ну, давайте возьмем. Так, можно эти коробки сбить вот так вот. О, ты не сдохла? Оно не сдыхает, блин. Ай, блин, чё я наделал? Короче. Ай, блин! Оно меня ударило. Вот сволочь. Пошло вон. Вот так вот. Так, куда дальше я отправляюсь? Интересно. Хочется сказать, я не соберу, да, сейчас здесь гем. Ты мешаешь. Так, аккуратно, осторожно. А, опять эта хрень. Убиваем ее. 51 коробка из 87. Да, мы не соберем здесь гем пока что. Рановато об этом думать. Наверное, здесь будет второй вход. Ну, а на этом я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в 22 уровне. Пока-пока.